В Беларуси находится самый крупный в Европе массив реликтового леса. Возраст некоторых деревьев в Беловежской пуще около 600 лет. Они уже были, когда Колумб открывал Америку. С 1992 года Беловежская пуща включена в список всемирного наследия. В целом леса занимают 42% территории страны. Столько же занято сельхозугодьями, а 6% – это озера, реки и болота. Самые распространенные породы деревьев в Беларуси – береза и сосна. Нашу страну не зря называют синеокой. На ее территории около 11 тысяч озер и 20 тысяч рек, общая протяженность которых 90 600 километров. Это в два раза больше длины экватора Земли. Минский ботанический сад – один из крупнейших в Европе и уступает лишь Королевскому ботаническому саду в Лондоне и парку в Мадриде. Белорусские болота называют легкими Европы. Гектар болот перерабатывает углекислый газ в 10 раз эффективнее, чем лес такой же площади. Самыми древними считаются полесские. Их возраст около 11 тысяч лет, а самыми глубокими – витебские, до 9 метров. Откройте Беларусь для себя.